В магии, это египетская магия и вообще такая тайная темная магия, кстати, где вы об этом узнали? Считается Гавах основой этого мира, то есть люди стремятся к Гаваху, люди хотят Гаваха, и люди, и весь мир устроен по принципу Гаваха. То есть, когда я живу, то накапливаются люди, которые хотят от меня моей боли. Вот что хотят люди, которые пишут мне плохие комментарии? Они пишут: «Дуйко, засранец, ненавидим, сволочь, не любим тебя, ублюдок, чтоб ты сдох» и так далее. То есть все это, когда человек говорит мне гадости какие-то, что он от меня хочет? Он хочет, чтобы я прочитал и испытывал страдания и боль, душевную, телесную. То есть что он хочет? Боли. И я периодически делаю так. Я говорю: «Уважаемые мои друзья, мои ученики, отдайте мне свою боль, потому что у меня так много накопилось тех людей, которые хотят моей боли». После этого я собираю у учеников эту боль, отдаю тем людям, которые хотят моей боли, хотят ее на протяжении жизни, а у этих людей что-либо забираю, там волосы, молодость и так далее. Это такая эзотерическая практика.